Для детей это яркое событие и первое выступление в большом зале. Турнир «Юный гимнаст», одновременные соревнования и конкурс. Награда – быть возможность зачисленным в секцию. Но чтобы все получилось, нужно стать лучшим. Надо и сила, надо и выносливость, надо и характер. Надо спортивная злость. Надо желание, надо любовь к этому виду. Понимаете? Это очень трудный. Очень трудный вид спорта. Все участники, а их 176, воспитанники детских садов Ленинского и Первомайского районов Бобруйска. Ребята 5-6 лет. В стройных рядах, белых маечек и черных шортиков, заметно выделяется Полина Хаснудинова. Девочка готовилась к соревнованиям как в эстетическом плане, так и упорными тренировками. Бегали, скакали боковым галопом. Шагали. Маленькая спортсменка уже строит амбициозные планы на будущее. Ты хочешь стать гимнастом? Да. А что ты для этого будешь делать? Заниматься гимнастикой. И хочу балериной стать. В Бобруйске состязания такого рода проводятся впервые. Это новый подход поиска талантливых детей. Будущие спортсмены пробовали свои силы в 5 видах соревновательной программы. Среди судей – заслуженный тренер Беларуси Валерий Колодинский, воспитавший не одно поколение знаменитых гимнастов. Прежде всего мы здесь смотрим физические данные. Значит, и ловкость, координация. И как учил меня давным-давно первый мой тренер, отбирай детей всегда по глазам. В глазах все написано. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе «Грация» тренируется более 250 парней и девчонок в возрасте от 5 до 18. Они устроили малышам показательные выступления. В Беларуси стала популярна программа отбора, а не набора в спортивные секции. Так в специализированные кружки попадают не только по желанию, но и по способностям. Ведь в будущем в первую очередь это профессиональный спорт, а не увлечение. Когда приходят малыши, это 5 лет, они тренируются 3 раза в неделю, да, по 2 академических часа. Это, ну, 1,5 часа наших обычных. И с каждым годом, переходя из года в год, у них увеличивается режим тренировок. То есть через 10 лет спортсмен уже проводит 2 тренировки в день. Это 6 раз в неделю. То есть отдыха у них нет вообще. Победа в соревнованиях для многих детей станет пропуском в младший юниорский состав по спортивной гимнастике. А дальше сотни тренировок, десятки соревнований и медалей. Елена Кутузова, Иван Боровой, Бобруйск 360.